Челябинске пропал 52-летний Олег Агарков. Он ушел из дома 2 августа и до сих пор не вышел на связь. Был одет в синие спортивные штаны, красные кроссовки, на голове светлая кепка. А 10 августа пропал 65-летний Владимир Лобанов. Он ушел из своего дома в Верхнем Уфале и до сих пор не вернулся. Был одет в синие джинсы, черную куртку, зеленые сапоги-болотники. На голове бейсболка серого цвета, с собой болотный рюкзак. 11 августа из дома по улице Артиллерийской ушел Александр Смирнов. Мужчине 74 года. Был одет в рубашку черно-белого цвета, синюю футболку, темно-серые штаны, черные ботинки, черную куртку. На голове серая бейсболка. Родственники переживают и ждут звонков от тех, кто мог видеть этих людей.